Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов-Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружений, военной техники и до 40 человек украинских националистов. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор». В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава вооружения и военной техники.